4 мая в воинской части номер 718 Национальной гвардии, дислоцированной в городе Каракуль Джалалабадской области, между военнослужащими и срочниками произошел конфликт. Госпитализировали двоих солдат одного года призыва. 19-летний Акджол Улу Актилек погиб по дороге в больницу. Эти двое солдат были друзьями. За короткое время они успели подружиться, в хороших отношениях были. И, по-моему, словесно они зацепились друг друга из-за шутки, и произошла вспышка. Тот солдат, он даже не может сказать, либо пнул, либо ударил ногой. Другой случай, уже самоубийство, произошел двумя днями позже в военном институте Нарына. 18-летний курсант ушел в самоволку. На следующий день его нашли повешенным в собственном доме. Проводится служебное расследование. Всего за последние 4 года в воинских частях погибло уже более 60 военнослужащих. 70% из них покончили жизнь самоубийством. По словам военного, 40-летним стажем Мурата Бишенова, в советское время за солдат в первую очередь спрашивали с офицеров. И очень жестко. За подобные инциденты не только снимали с должности, но и сажали в тюрьму. Сегодня проблема даже не в том, что заместители командиров по воспитательной работе почти не имеют никаких прав. Сейчас, по его словам, вообще никто не хочет выполнять эту работу. Заместитель всегда по работе с личным составом, он должен обладать какими-то правами. Вот. Приструнивать, если надо, командира, если он неправильно что-то делает. Работать там день и ночь. Сейчас никто не хочет с личным составом работать. Быстрее, лучше всего покрасить бордюры, заборы, значит, отчитаться. И все это для карьеры, это быстрее. Кстати, военный суд оправдал действия караульного Национальной гвардии, который в декабре прошлого года расстрелял своих сослуживцев. Караульный применил оружие согласно уставу, сообщили в военном ведомстве. Уже в начале этого года случился еще один несчастный случай. Уже в Балыкчи. На устроенной фотосессии с автоматом Калашникова один солдат-срочник застрелил другого. Предварительная версия – убийство по неосторожности. По словам экспертов, необходимо изучать каждого будущего призывника, его поведенческий, мотивационный, образовательный уровень, его отклонения или наоборот достоинства. Только так можно выработать какой-то определенный стандарт, кого можно призывать в армию, а кого нет. А кто это делает? И все, когда он повесится, застрелится и еще удавится где-нибудь, не то выпьет, самоволка пойдет, все говорят, ах, как плохо в армии. А кто сделал для армии научные, так сказать, изыскания, внедрение? Наука – это живой организм. И она изучает живых людей для государства. По данным исследований, ежегодно на вооруженные силы Кыргызстан тратит чуть более 30 миллионов долларов, а это в 45 раз меньше, чем у соседних Казахстана и Узбекистана. Для сравнения, на питание одного военнослужащего Кыргызстана в день выделяется 60 сомов, в то время как на заключенного в исправительном учреждении 86 сомов. Накануне, напомним, были уволены сразу 3 высокопоставленных военных. В отставку были отправлены начальник генштаба Джанабек Капаров, командующий нацгвардией Мелис Атыбалдиев, а также начальник военного института Рыскельди Мусаев. Болот Исаев, Владимир Кулбалдиев, НТС.